День добрый, друзья! Сегодня предлагаю вам прокатиться из Зеленогорска в сторону ближайших известных мне дотов времен Финской войны. Стартуем мы в Зеленогорске, Приморское шоссе 511, едем по Нижнему шоссе в сторону Приморска. Дорога аккуратная, не широкая, но ровненькая, машин немного. Вот пока едем в городе, еще машинки попадаются. Сейчас выедем за город, и машин в разы убавится. После озерков на дороге будут попадаться ямки, но это мелочь. Особо на скорость движения это не влияет. Конечно, я не предлагаю вам мчаться с такой скоростью, как я выложил в видео. Это я в несколько раз ускорил, чтобы, так скажем, минут за 7-8 показать вам все прелести и красоты, которые будут окружать вас по дороге. Так что смотрите, наслаждайтесь, а потом я расскажу и покажу вам доты времен Финской войны.
Пролетая по этой красивой дороге, самое главное не зазеваться и не забыть остановиться вот после этого мостика, вот на этом бугорке. Все, мы приехали. Видео замедленно. Выходим из машины и идем на экскурсию. Итак, друзья, мы вновь на Нижнем Приморском шоссе. С той стороны у нас озерки. Дорога идет вот туда, на Приморск. Мы опять остановились у дотов линии Маннергейма. Редкие машины проезжают по этой трассе. И мало кто останавливается вот от такого вот неприметного бугорка. Мы с вами подойдем, посмотрим поближе, что это. Люди проезжают, оставляют цветы. Раньше здесь стоял стенд. Сейчас его, видно, сломали, поставили вот таким образом. Вот здесь на карте показан весь укрепрайон. В принципе, можете посмотреть в интернете сведения о боях в этом месте. И коротенько из интернета про штурм этого укрепрайона. Он состоялся в 1939 году, в декабре, первая попытка штурмовать. И в феврале 1940 года этот укрепрайон был взят нашими войсками. Здесь коротенько о нелегкой судьбе людей, которые брали, штурмовали этот район. Ну а теперь сходим, посмотрим, что осталось от дота. Взрывали эти все доты внутренним взрывом, так что бетонные стены разлетелись достаточно далеко в лесу. На месте дотов и подземных укреплений вот такие вот ямища. Кое-где остались вот такие вот вентиляционные шахты. Вот видите, одну отбросило взрывом. Вот она лежит.
Вот второй конец этой трубы. Это мы сейчас находимся, так скажем, на крыше ДОТа. Вот в результате взрыва там внутри все обрушилось. Вот такие вот провалы, заваленные булыжниками. И вот вход вот такой вот есть здесь еще остался. То есть наши войска наступали вот с той стороны. Вот здесь есть даже просека. Вот, наверное, в направлении просеки они наступали. Сейчас я спущусь вниз, покажу вход в переднюю часть этого ДОТа. Вот. Вот что осталось от ДОТа. Люди приносят цветы еще, вот искусственные цветы. Смотрите, здесь видно что-то, какая-то артиллерийская установка крепилась. Смотрите, какая арматура торчит. Вот сейчас руку поднесу. Вот моя рука, вот толщина арматуры. Повсюду разбросаны в изобилии осколки. Вот такие вот следы войны. Это не редкость в этих местах. Вот я вышел в точку, где виден ДОТ, его лицевая часть. И вот вам показываю направление, откуда шли наши войска. Сейчас мы немножко пройдем вперед. Здесь молодцы, вырубили немножко подлесок. Идти можно. Вот там вдали видны гранитные надолбы. Сейчас мы посмотрим противотанковый ров, который шел вдоль всей линии обороны. И, соответственно, противотанковые надолбы, сделанные из естественного в этих местах материала гранита. По лесу идти сложно. Я иду по опушечке. Обратите внимание, под ногами один черничник. Красота! Брусника и черника. И вот, друзья, мы приблизились к нескольким рядам гранитных камней. Вот они, противотанковые надолбы, созданные, так скажем, природой, а не руками человека. Хотя человек перетаскивал все это сюда. Вот, обратите внимание. Вот такой вот противотанковый ров. Вот откуда шел штурм. Ров и несколько рядов гранитных валунов. Этот ров идет
до Финского залива, вот в ту сторону. И практически через весь перешеек в эту сторону. Сейчас я найду место, чтобы показать перспективу этих противотанковых надолбов. Сейчас все завалено здесь. Вот видите, и так к горизонту идет эта линия обороны. Все, возвращаемся опять к доту. После Финской войны линия Маннергейма была вся взорвана. Вот смотрите, вот такие вот подарки торчат из земли. Вот такое зрелище здесь, не редкость. Из земли торчит старинная колючая проволока. Еще со времен войны. Сам дот расположен на небольшой возвышенности. Вот, смотрите. Сейчас его закрывают деревья. Но вот если представить, что тебе предстоит под шквальным огнем пушек и пулеметов из дота идти в атаку на такой холмик, здесь мало не покажется. Вот мы проходим мимо одной отброшенной стены. Стены, отброшенной взрывом. Мы можем посмотреть на ее толщину. Такая арматура долго еще пролежит в земле, пока не заржавеет. Вот мы посетили один дот. А на той стороне дороги, метрах в 200, еще один его братик взорванный стоит. Но я сегодня туда не пойду. О нем вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Ссылочку я дам сейчас вверху. А теперь, друзья, садимся в машину и идем к месту, где виденный нами противотанковый ров и противотанковые надолбы упираются в Финский залив. Сейчас посмотрим на конец линии Маннергейма, на самую северную его оконечность. Сворачиваем направо в сторону Приморска. Но на самом деле ехать совсем недалеко.
Здесь буквально 100-200 метров и будет поворот налево. Его важно не пропустить. Вот он такой вот неприметный.
От дота, который мы с вами посетили, мы сразу свернули к берегу залива и выехали вот в такую бухточку. Там на въезде было название, что это охотхозяйство, и называлась это бухта Желтая. Вот такое красивое место для покатушек и для отдыха. Сейчас идет отлив. Очень красиво, погода прекрасная. Очень интересный берег тут. Видно, популярная зона отдыха местного населения. Потому что на земле, видите, следы от шин везде, на песке. На въезде увидели одну застрявшую маленькую малолитражку, которую у вас Патриот пытался вытянуть. И вот там вот, в этой бухточке, заканчивается противотанковый ров и надолбы. Вот сейчас мы туда подойдем, и я вам покажу, где это заканчивается. Берег в меру замусорен. Очень приятный запах, вот такой йодистый. Чувствуется близость моря. Вот мы с вами идем по берегу. Обратите внимание под ноги. Такое ощущение, что вода вот где-то здесь истекает, этот противотанковый ров, в залив. Сейчас попробуем его найти. Сразу за противотанковыми надолбами видны следы цивилизации, мусорные ямы, пока что заполненные водой, лишь чуть-чуть в них мусора, видно, все-таки убираются. Вот как раз здесь вот видно, идет вот этот противотанковый ров. И прям сразу место для шашлыка. Ну, более-менее чисто, цивильно. За собой люди убирают, оставляют вот такие кострища. Но мусора как такового практически нет. На деревьях, видите, висят аккуратно шампура. Пожалуйста, пользуйся. Вот этот элемент местной культуры мне очень нравится. Я ходил вот туда вот левее, там стоят маленькие какие-то самодельные домики, сделанные из фанеры, досок, бревен, не поймешь чего, брезентом накрыты, какими-то остатками от палаток накрыты. Пожалуйста, останавливайся, пользуйся. Вокруг порядок, чистота, люди, видно, останавливаются, реально пользуются и благодарны.
тем, кто построил это все. Вот, видите, вот противотанковый ров, вот здесь вот стекает Финский залив. Вот в эту вот желтую бухту. Сегодня хороший солнечный день. И вот отсюда открывается отличный вид на бухту. Вот посмотрите. Люди приезжают и на машинах, и на велосипедах. Сейчас, конечно, здесь, ну, загорать можно, но все равно ветерок прохладный дует. Но все равно люди ходят, любуются видами. Сейчас пока по камешкам проскачем немножечко в море. Вот отсюда хорошо видно дно. Видите, в лучах солнца. Вот можете полюбоваться, что на дне Финского залива. Радости, конечно, никакой. Водоросли, частично мусор, но запах божественный, йодистый такой запах, очень хороший. Не забудьте подписаться, иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.